Hey guys, с вами Шамики, мы продолжаем проходить игру под названием Mountain Cards. Проходить игру под названием Bloodstain Horse of the Moon 2. Да, прошлый забег это был что-то с чем-то. Просто на изи. Просто изи забег. Вау. И это все, да? А как мне дальше допрыгнуть? Ну ладно. Просто это я не мог туда допрыгнуть. Зато пёсель мы собрал. Стоп, это... Откуда пёсель? Бля, не допрыгнул. Ладно. Хотя... Там просто паук. Тут главное не ошибиться, куда ты падаешь. И все. Зато я теперь не буду дохера урона получать. Опа, это что-то новенькое. А, это типа как топечка, да? Типа хочешь пройти, пожертвуй жизнями. Без проблем. Ух ты ж, блядь! Что ты можешь?
Все, я вспомнил. Ну, как вариант, я могу пойти поверху все-таки. Наверное, я так поступлю. Либо я не пойду поверху. Окей, пойдем сюда. Как говорится, пошло-поехало, да? Прыгать нет? Короче, чувствую, здесь все мне полегло. Давай, стрелок, остался только ты. Осталось как-то сделать так, чтобы я не подох. Ну, как-то так, да. А, кстати, да, здесь вот так вот показано. Воскрешение. Покер. Кстати, я смотрю, наверху проход есть. Ну снова, походу кто-то все-таки должен уметь летать. Можем попытаться, кстати, снова здесь. Так, а теперь ей нужно прыгать и в бок. Вот все. Почти. Ладно, ладно. Не зря же тут книга. Бесконечная, кстати. Вот пока пюселю не надо здесь умирать. Будем находиться здесь. По сути, его специально сделали так, что... Хотя, мистер Дракула тоже мог летать. Но с помощью Дракулы можно было нормально это делать, все контролить. А, стоп, кстати, мне нужно ж ХП восстановить. Я могу пойти налево. Я могу пойти поверху. Тварюка. А, кстати, а как я наверх попаду? Ну, я типа да, я открыл проход. Найс. О, тут сейф. Стоп, битва с боссом? А
хотя не похоже. Живем. Так, сразу, чтобы если вдруг я упаду, не было никаких проблем. Не, ну слушайте, робот, да, может он не летает как... Кстати, да, я за ХП не посмотрел. Нашего приятеля. Круто, еще давай убей моего робота, чтобы я вообще начал с самого низа. Круть. Можно ХП побольше? У меня ХП нету. Не надо ХП. Ладно. Хорошо, давайте хоть... Босс! А стоп, это уже финальный босс? Не был к этому готов. Окей. Как вы собираетесь сделать так, чтобы я добежал до босса? Хотя, кажется, я понимаю, как. Это сложно будет, но... Окей. Главное вовремя ультануть. Надеюсь, у нее нету стадии, как... тогда, когда мы играли. И почему она вообще жива? Мы же ее одолели. Thank you.
кстати говоря. А сказать, что у тебя хп мало, чел? Да, ну а смысл? У псины хп нету. И у нее, в принципе, воскрешалки нету. Замечу, я... это второй раз, по идее, у меня только за игру. Тихо. Ладно. Сойдет. Мне главное понять босса, как с ним драться. Чего она так дамажит сильно? Так, все, остывай. Так, стрелок у меня еще более-менее живой. Ладно, мне эта херня не нравится. Все? То есть это не финальный босс? Я думал, это финальный босс. А, еще дальше есть. Ну что, тогда на этом заканчиваем.